И всем привет, с вами я Скай, и сегодня мы начинаем выживать с модами. Я заполнился сразу возле деревни, возле каких-то башен, там башни. Что это за башня, я не знаю. Левел 3? Чего? Здрасте. Ну такое ты продаешь, конечно. Здорово, овечка. Убивать я пока тебя не буду. Хотя, нам же нужна кровать, правильно? Поэтому я вынужден тебя убить. Что это? Что это? Ты опасный? Судя по размерам, да. Добываем дерево. Я планирую эту сборку делать реально... Ой, не сборку. Что? Кого? Кого? Что такое? Что это было? Ладно. Так, я вроде как дерево добывал, да? Или это дерево упало, эта штука? Я просто, когда я начал убить это существо, очень жестко залагал майн, я... Типа не убил его. Ой, листва упала. Ну, короче, и он пропал после лага. Ладно. Я вот пытался сборку на 1.15, но у меня так жестко лагало. Я то играть хотя бы мог, но у меня залагивало. Мне пришлось перейти на мою любимую... Прикол. На мою любимую версию 1.12.2, на которой я постоянно давно играл. Добываем камень. Так, давайте делаем каменные инструменты. И меч, понятное дело. Потому что, блин, овечки такие живучие, капец. Тут какой-то проход есть, кстати. Ой-ой. Ладно, я потом сюда перейду, пока. Чё это? Воу. Прикольная шняга. Что это вот это вот такое? Ты кто? Ой-ой. А, он типа под землей, но из-за своих размеров он типа того. Ладно, не буду тебе мешать. Нет, наверное. Ой. Я передумал, знаете, его трогать. Тихо, нет, 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 нет. Не убивай меня, пожалуйста, я ничего тебе не делал. Ну, почти ничего не делал. Блин, как мне от него убежать? Он, наверное, меня спалил, и теперь хоть меня сожрать. Iron Glaive и какой-то Iron Cube. Nippon. Это, типа, что это? Ну и конскую золотую броню тоже заберу, почему бы и нет. Воу. Типа такое копье, что ли? Вау! Я должен туда пойти. Что? Я растоптал и... Чё, блин? Ладно, это, наверное, баг. Зачем я топчу? Вот. Так, ну всё, я поспал. Так, мне хочется проверить вот это вот. Это типа такое оружие, да? Или что это? Ладно, пока я это положу в сундук. Ненужные вещи. То сейчас мне пока не очень интересно, что это. Хотя, вообще интересно. Но... А, стоп, я это сорвал. Нет, это нельзя... Ладно, не надо мне это. Ведь по-любому будут всякие пираты вроде. О, туда лучше не идти. Там эти твари. Русалки. Здрасте. Убивать будете, да? Нет? В бочке? Ой. Чего?
Они курицу в бочке держали, что? Чего? Это их убить надо, что ли? Я не что-то дропну. Лоу, реально. Прикол. Эти бочки еще как сундуки можно использовать. А, топ, это, наверное, когда левел 5, тогда какой-то дроп будет. Это не с этого мода. Ой-о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 й. Блин. Так. Ну тут уже есть. Кое-что. Манускрипт. О, прикольно. Вот это вот надо. Это с модом драконами. Вот с этим можно. Воу. Ой. Ладно, посрать. Капец там дропов. Жесть. Так, давайте сейчас быстренько умерите. Блин, там походу спаунеры. Блин. Я понял, короче, надо выбираться отсюда. Спаунеры. Ой, блин. Паразит. Ой, фу, блин. Лучше бы вылезли сюда. Так, давайте быстренько сейчас вылезем. Узнаем, как тут чё. Тут, походу, спаунеры, да? И в бочках они держат куриц. Зачем? А, тут уже нормальный лут. Ладно. Серебряный. Что это такое? Умри, 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 тварь. Тут еще что-то. Алмаз. Так, это не знаю что. Это сюда положим. О, кстати, молот. Молот, 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 прикольно. Это вот что такое? Дюскей, блин, много так интересного всякого. Так, яблоко, айрон, меч. Ну, ножик, наверное. Капец, их там много. Так, это заберем с собой. Золото! Ага, во! Во! Теперь понятно, все. Там тоже, да? Ну да. Они все сгорают, конечно. Их очень много. Да умрите. Жесть, их много. Да. Там очень много всякого лута. Интересно, кстати. Это тупо фармилка, реально. Что это летит в меня? Вот. Да умрите. Мне их всех убить. Здорово. Ой-ой. Что это было? Ну ладно. Ох, как... О, нет. Кто меня, падла, толкнул? А, уберите это от меня. Ладно, сейчас быстренько все заберу там, чтобы вас не томить, а то слишком... Я... Да таньте, пожалуйста. Так много. Все, я наконец-то дошел. Так быстро забираем. Просто посмотрите, какие у меня вещи. Я просто офигел. Алмазный меч. Я не знаю как, а откуда, но он у меня есть. Алмазный меч, я даже в инвентарь смотрел, если что. Куча всяких книг. Ледоход, спидбут, форк. Штанички, кстати, нормально. Алмазный меч. Блин, я в шоке. Какой-то альтернативный орд. Короче, эта серия очень интересная. Я продолжаю реально развиваться тут. Реально выживать. Не так, просто снял 3 серии и добил. Как у меня это обычно было. Вот, на этом я предлагаю закончить. Всем пока, с вами был Sky. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И это, наверное, моя первая сборка, где у меня майн вообще не лагает. Это меня очень сильно радует, потому что майн лагал очень сильно, пока я скачивал какие-то моды там на 1.15 или 16. Ладно, всем пока, с вами был Sky. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, ждите новых серий.